Привет, я Маркус, и сегодня вместе с Highbike Украина я представлю вам Highbike Xduro Hardnine 4.0. Это электрический хардтейл или велосипед с рамой без задней покрышки, о чем легко можно догадаться по амортизационной вилке. Рама покатой формы для вашего наибольшего удобства и комфорта. Как вы видите, вилка, рама и переходы между ними придают велосипеду довольно веселый вид. Велосипед движется максимально плавно по любой местности. Шины Schwalbe Nubinik предназначены как для велосипедных туров, так и для ваших личных поездок. Рама темно-серого цвета с белыми и зелеными цветовыми сигналами, как по мне, весьма оригинально и современно. Сердце любого электрического велосипеда – это, конечно же, двигатель. Хайбайки, я считаю, искусно подошли к вопросу. Сливающийся с рамой мотор защищен системой эксклюзивно разработанной компании. Максимальный крутящий момент мотора Bosch Performance 60 нанометров. Таким образом, проблема возникает только на наивысших точках. Производительная мощность аккумулятора 400 Вт-часов. Этого достаточно для длинных дистанций. Велосипед оснащен дисплеем Bosch Intuvia, на котором наглядно представлена вся необходимая для езды информация. На левой рукоятке дополнительный блок управления с 5 режимами эксплуатации. Амортизационная воздушная вилка Santur SR позволит настроить велосипед под ваши собственные габариты и массу тела. Кроме того, вы можете разблокировать руль для прямого переноса силы. 100-миллиметровый рессорный ход определенно поможет на гладких и средней неровности поверхности. Задний переключатель Shimano Deore сообщается с рычагом переключения того же производителя на руле. В вашем распоряжении 10 доступных режимов скорости Shimano Deore – идеальный вариант по соотношению цена-качество. Я могу много об этом рассказать, но буду краток. Супер! А благодаря гидравлическим тормозам Tektra вы безопасно доберетесь до вашего пункта назначения. Highbike Xduro Hardnine 4.0 по заводской цене уже доступен в Украине. Желающих опробовать велосипед в действии приглашаем в любой из магазинов Highbike. Его можно купить в Киеве, Харькове и Одессе. Подробности на сайте highbike.ua.